Красные гвоздики с траурными лентами и черные цветы у рекламного плаката, рассказывающего, каких специалистов готовит ВУЗ. Что рязанский филиал Московского института культуры закроет, стало известно в августе. Студенты и преподаватели создали петицию против закрытия ВУЗа, которую подписали более 4000 человек, но это не помогло. Филиал все же закроется, студентов уже начали переводить в Москву. Андрей в ВУЗе не учился, но пришел поддержать студентов и преподавателей. Но я узнал, что институт культуры просто закрывается по неизвестным причинам. И пришел просто посочувствовать, как бы выразить такое негодование. Причины закрытия рязанского филиала назывались разные. Точку в спорах поставил заместитель министра культуры Николай Осипенко. Он заявил, решение о закрытии было принято после получения предписания от МЧС об аварийном состоянии здания. Оно было построено в 1958 году для областной партийной школы. С 15 ноября 1980 года часть помещений передали рязанскому филиалу Московского государственного института культуры на правах аренды. Здание филиала сейчас является объектом культурного наследия регионального значения. В акте технического состояния, составленном в декабре 2017 года, указано, что общее состояние объекта неудовлетворительное. Стены и крышу планировалось отремонтировать в срок до конца 2022 года. Пройдет ремонт или нет, неизвестно. Что будет со зданием дальше, тоже. В любом случае, учебного заведения здесь уже не будет. Как было заявлено ранее, рязанский филиал Института культуры закроет свои двери 2 февраля 2020 года. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».